В связи с необходимостью проведения работ одесским филиалом «Инфокс» водоканала, вернее ООО «Инфокс», будет перекрыто движение транспорта по улице Водопроводной и улице Люсдорская дорога. Будут проводиться работы на углу Люсдорская дорога, угол Бреуса, Люсдорская дорога, угол Артиллерийская, транспортная. Поэтому хотелось бы предупредить всех, во-первых, о необходимости сделать запас питьевой воды, подчеркиваю, питьевой воды, набрать дополнительные емкости. Отсутствие воды будет с 23 часов 18 числа до 22 часов 19 числа. Работы планируется завершить в 16-17 часов 19 числа, но заполнение системы водой и, соответственно, наличие давления в системе будет постепенно. То есть сначала будут получать воду жильцы первых этажей и постепенно по мере повышения давления до 22 мы надеемся дать воду полностью, включая и верхние этажи многоэтажных зданий. При этом будут изменены маршруты общественного транспорта. Дополнительно информация будет предоставлена нашим департаментом транспорта, будет выложена на сайте города, а также информационные таблички будут на местах отвода транспорта. Хотелось бы просить вас, уважаемые граждане, относитесь к этому с пониманием. Техническая вода будет доставляться на места дислокации, которые будут определяться каждой районной администрации. Районная администрация дополнительно об этом сообщат. В объявлениях, которые будут в каждом доме, в каждой парадной, будет сообщено ближайшее место, где такая техническую воду можно будет получить из водовозок. Единственное, хотелось бы заметить, что употреблять ее для питья нежелательно, она не соответствует требованиям СанПина, ее можно использовать только для технических нужд, то есть санитарно-гигиенические процедуры, но не для внутреннего потребления. Хотелось бы надеяться, что понимание будет и гарантия того, что работы будут выполнены в срок, «Инфоксом» дана. Вот, и я надеюсь, что этот дискомфорт будет временный.